Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Hellblade, Senua's Sacrifice. Продолжаем с вами наше шизоидно-психопатическое путешествие. Сейчас пойдем мост восстанавливать, который мы должны были с вами восстановить еще. Помните? Который мы увидели в конце прошлой серии. Она видит мост. Ей не перейти мост, он сломан. Ей нужно починить. Слишком опасно. Верни душу Диллиона. Это последняя цель. Именно. Это ведь не просто сломанный мост. Мама, ты учила меня смотреть дальше. Видеть скрытые в мире чудеса и искать новые пути в неизведанное. Вести других за собой. Предупреждать других об опасностях. Вот наш дар и наш долг. Я больше не отвернусь в страхе. Окей. Северяне говорят, что однажды миру придет конец. Они называют это Рагнарёк, судьба богов. Сначала наступит суровая зима длиною в 3 года. Потом все люди ополчатся друг на друга. Брат пойдет на брата. Все позабудут, что связаны родственными узами. Трудные будут времена. Ужасными будут преступления. То будет век секир и мечей. Ветер будет гулять по заброшенным залам. Волки будут бродить там, где раньше играли дети. Мир придет в упадок. Надо же. А я, кстати, друзья, буду продолжать прощупывать алгоритмы Ютуба. Это видео выйдет сегодня в 15:00. Да, не удивляйтесь. Мне надо прощупать Ютуб. В смысле? Игра. Игра. А, еще выше. Ладно. Отсюда что-то сможем увидеть? Нет. Не под тем углом смотрим. А что дальше-то? Что дальше-то? А дальше-то что? Тут ничего нету. Не, нам куда-то надо. Может, в другую сторону? Может, здесь что-то есть? Нет, тут ничего. Вообще. Ну-ка. Не-а. И здесь ничего, да, нету? Здесь мы все послушали. Ладно, пойдемте дальше проводить очередное комплексное исследование. Посмотрим. Что еще мы не посмотрели? Так, ладно. Здесь нет. Здесь точно совершенно... Ничего у нас не получится. Да и выше как-то. Ну-ка. Она сможет. Не сможет. Ага. Еще может видеть тайны. А там, я так понимаю, мы перепрыгнем. Ты сможешь, Сено. Перепрыгнем, что ли? Она может видеть. Может видеть тайны. Ну-ка. Ну-ка. Нет. Хм. Интересно. Это что?
Ничего. Ладно, сейчас отсюда посмотрим. А это что? Вот что-то здесь я вижу, да. Ничего. Тихо, 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 Сенуа, не падай. Да нет, 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 нет. Это все работает несколько не так. А отсюда если? Нет. А вот это что? Ну-ка. Может быть, вот это надо для начала соединить каким-то образом. Вот отсюда. Давайте посмотрим. Есть у меня подозрение, что да. Ну-ка. Чё, нет, никак. Хорошо, давайте выше поднимемся. Неужели эта точка настолько универсальная? Нет. Здесь где-нибудь еще что-нибудь есть? Почему отсюда не видно? Это какие-то другие углы обзора, видимо. А если отсюда посмотрим? Нет. 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 Сено, давай вот сюда беги. А вот так, если посмотреть... Нет. Не хочет. Где и что я упускаю? Я где-то что-то упускаю. Где-то что-то упускаю, да. У нас всего здесь... Два направления. Право и вот сюда вверх. Ну-ка. А, вот же еще низ есть, господи. Как я так-то? Я ж отсюда пришел, правильно? Сейчас посмотрим. Она видит мост. Ей не перейти мост. Он сломан. Ей нужно починить. Слишком опасно. Чини. Сможет починить. Не это сможет. Сможет. Сейчас починим. Как же она починит? Каким образом? Нужна. Должен быть способ. Попытайся. Доберись до врат. Сейчас доберемся. Мы отсюда пришли, да? А, понятно. Тут переход. Сибиряне говорят, что в Рагнарёк боги сразятся в последней битве. Все ясно. Их страж протрубит в рог, который услышат по всему миру. Один будет говорить с отрубленной головой Мимира и даст ему мудрый совет. Страна великанов содрогнется от их выступающей армии. Боги соберутся вместе. Гномы покинут свои обиталища камни. Ледяные великаны придут с востока. А мировой змей всплывет и вскипят от него волны. Орлы будут кричать и рвать мясо мертвых своими желтыми клювами. И приплывет корабль мертвецов. Ауф, как жестко. Как жестко. И бессердечно. Спуски эти вообще нифига не видно. Вот вообще. Магот. Сколько надо подниматься сюда? Тут есть что-то? Ничего здесь нету. А ну-ка. Ща как посмотрим, да как посмотрим, да прям все ахнут.
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, 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 нет. Это не так должно быть. У нее получилось. Вот. Теперь у нас есть кусок моста и остался вон тот сегмент. Но как туда попасть? Чего-то пока непонятно. Здесь есть что-то? Нет, здесь ничего нету. Ох уж эти винтовые лестницы. Тихий ужас. А, ясно. Ух ты. Не-не-не-не-не-не, ребятушки, вы что, с ума сошли, что? Так, давай-ка. А, вот сейчас я тебя и... Отдыхай. Давай. Не, родной. Ага. Держи карман шире. Ой, сколько их. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вы что, офонарели, что ли? Я не вижу их. Почему нет предупреждения? Отдыхай. Самая понтовая атака. Давай. А, у нас на парирование. Ну ладно. Ага. Не уйду. Все, размотали. Размотали. Так. Дальше что? Отсюда мы все это зажгли, да? Понятия не имею. Понятия не имею, где Хела хранит души. Вообще не понимаю. Че это? Может, там от моста будет какое-то ответвление? Чтобы можно было бы оставшуюся часть собрать. А это что у нас? Лестница. Какая прелесть. Давай. Хочет сразиться с ней. Но мы побьем Хеллу. Чё, какая проблема? А что здесь? Что это? Чё, я не понял. Стоп. Может, тут лестница есть, я просто не посмотрел. Ладно.
Что случится, Сенуа? Тьма все равно придет за ней. Интересно мне очень. Ей не победить. Ее попытки тщетны. Она увязнет во тьме навеки, как ни крутись. Она упокоит Дилиона. Нет. Его душу и предаст. Там ничего. Нет. Нет, там нету никакого ответвления. Она воин. Она может спасти Дилиона и вырваться отсюда. Нет, не может. Не может. Может, она не может вырваться из тьмы. Она пошли. И так далеко зашла. Воин. Она сможет. Не слушай. Она сама и есть тьма. Да давай. Что-то об камни какие-то спотыкаешься, буксуешь на каких-то камнях. Сено. Что происходит? Давай, деточка. Быстрее, пожалуйста. Давайте посмотрим, что у нас вообще получилось. Нет. Так мы не соберем ничего. А это что? Вот так. Сейчас посмотрим. What is this? What is the place? Тоже, наверное, очередное галюночно-припадочное место какое-нибудь. Здесь что? Непонятно. Ладно, пойдемте легенды послушаем. Северяне говорят, что в Рагнарёк боги встретят корабль, полный их недругов, который Локи поведет в Асгард. На корабле будут огненные великаны, волк, который поглотит солнце, и много других ужасных существ. К ним примкнет Сурд с огненным мечом. Горы рухнут, тролли пойдут по земле, люди засеменят по дороге в Хель, а небеса разверзнутся. Ой, страсти какие. Сейчас мы обойдем, я думаю, вот здесь. Снимем с двери засов, и у нас будет путь. Я так думаю. Да. Деточка, снимай засов с двери. Конечно. Это такой замечательный срез. Вот. Умница, дочка. Пошли. Помните в фильме про домовенка Кюзю, по-моему, маму встречаешь? Умница, дочка. Так и здесь. Она как команда такая. Бежит. Прям вообще. Чё, последняя часть моста? Тут моста у нас. Но его тайминги очень медленные. Иди сюда. Нет, родной. Очень медленный замах у него. Мне гораздо проще от него это уворачиваться просто. Но я вообще-то это как бы увернулся от него. Ой, их они тяжелые. Я смог парировать? Вот это я просто монстр.
Я доволен собой. Ой, хорошо, поймал. А почему ты? Почему ты не парировала его? А, мы того срубили уже все-таки. А почему ты меня не предупредила? Голос, почему ты меня не предупредил? Давай. Ага. Давай. Давай. Все, отбуцкали. Вот эти вот чуваки с этими алебардами, они капец какие тяжелые. У них тайминг просто лютый. Я его не могу поймать. Ну здесь, я так понимаю, по кусочку что ли восстанавливать будем? Все? А тогда что там наверху было? Тут что-то еще наверху было, давайте посмотрим. Тут все через контратаку построено. А, вон оно что. Ну послушаем. Северяне говорят, что каждый бог будет. Парируешь и потом сильным ударом сносишь. Будет убит, но его сын отомстит за отца и вонзит клинок в сердце зверя. Фрейер сойдется с Уртом, но он отказался от меча во имя любви, потому не защитит себя от пламени. Тор схватится с мировым змеем, но победителя не будет. Солнце почернеет, земля погрузится в море, звезды исчезнут, огонь и вода встретятся. Пар затянет все вокруг, пламя поднимется до небес, и небо и земля, весь мир сгорит. Все боги погибнут, и воители из Вальхаллы, и простые люди. Да, трагедия. Сыну, приготовься, ибо Рагнарёк. Близок. А чё это Рагнарёк близок? С какого перепугу? Рагнарёк близок. Это те, кто не дождался Рагнарёка. Я так думаю. Угу. Давай, радость моя. У-а-ы, и все будет хорошо. Приятно, да, что дверь открыта? К мосту идем? Да. Мы его полностью восстановили в наших шизоидных фантазиях. Но я думаю, сейчас пацаны появятся, чтобы нам дали до двери дойти. Так просто. Вот это меня устроит, потому что сзади меня некому подпирать. Назад. Давай. Готов. Но я вообще-то парировал. О, опять это алебарда. О, там еще пацаны идут.
Пройди, пожалуйста, в сторону! Ну, я не знаю, почему она это не парирует. Этот готов. Пройди, пожалуйста. Не-не-не, пройди. Ты чё? Ещё бы вот этим лашпетом проигрывать. Отдыхай. А я обрадовался, думал, меня никто подпирать не будет. Конечно. Ага. Гаси его. Так нечестно, игра. Пройди, пожалуй. Ну как это? А каким образом я это предотвращу? Предотвращу. Так, это зеркало, ладно. Готов, отлично. Так, где? Я ничего не пойму вообще, что происходит. Какая же душнина лютая, а? Пройди, пожалуйста, но не туда. Не, ну, друзья, это бред, она вообще... Да. Да пройди назад. Какая чушь вообще. Я не знаю, почему она не парирует. Давай. Давай, догаси. Да не туда ты бьешь. Тут же таргета нету. Это, конечно, вообще труба лютая. Ну, я хотя бы его отпарировал. Отходи. Давай. Это был ужас, конечно. Я вообще не понимаю, как я выжил. Из вообще вот это 3 квадратных метра. Это зеркало получается, да? Да, оно вроде как замедляет врагов, я так понимаю, и... их смерть упрощает. Погодите, что? Там 3 парирования надо, да? И работает зеркало. Мы все однажды умрем. И когда никого не останется, умру с даже боги. Стой, Сену! Стой, вернись, Сено, стой. Вразумите ее, пожалуйста. Стой, зачем она идет? Стой. Зеркало. Я думаю, что да, 3 парирования, что-то зеркало работает, и их можно замедлить. Но я не просила вас быть частью меня. Если не хотите умирать со мной, уходите. Я не хочу умирать. Зеркало. Нет, стой! Войдешь и уже не вернешься. Ни к чему мне возвращаться. Мы с тобой есть друг у друга. Не покидай меня. Все страдают. Верно обо мне судили. Сено, слушай меня. Не их. Они боялись. Как дети боятся темноты. Как и я. Заполняя пустоту чудовищами. Бесплотными. Они их воплотили. Стой! Не вернись! Вернись! Опустоши свою душу и избавься от прежней силы.
ибо в ней твоя слабость, а тьма слабость найдет. Угу. Бежим. Очередной этап сумасшествия прошли. Это на встрече со своими страхами. Как в старых легендах, а? Доблестный воин в поисках победы и славы противостоит злу. Все очерчено ясно. Нет, это место не такое. Оно словно знает, что источник мучений внутри. Воспоминания, которые не победить, от которых не убежать. Таков Йохель. Ну, пойдемте. Таков Йохель. То есть она с собой встречается. Сама собой, со своим сумасшествием, со своими страхами. У каждого свой хель. Вот и все. Я думаю, что это та самая богиня, к которой мы идем, это она сама и окажется. В итоге, вот и все. Это тьма. Так ли? Теперь я вспомнил все. Теперь ей бояться нечего. Твою мать спасли боги. Через меня. Веселый парень. Угу. На то их воля. К черту богов! Ты сделал это! За что? Вот что случается, когда слушаешь голоса из нижнего мира. Пустив их в свою душу и загниваешь изнутри. Отвергнешь богов, как твоя мать, тьма придет за тобой тоже. Он текст зачитывает на сцену. На абсолютном автопилоте, этот дублер. Своим безумием. Я была еще ребенком. Это все твоя тьма! Это ты создал тьму, чтобы прятаться за ней! Путь к спасению лежит через страдания. Так заложено богами. Это все было ложью! Она не отвернулась от богов. Она отвернулась от тебя. И за это ты убил ее. Ты не молилась богам. Ты молилась на свою мать, которая была слишком слаба, чтобы сражаться с тьмой, и бросила тебя. Ты измучил ее. Ты убил ее. Ты есть тьма. Сейчас драться будем. Обряды. Годы уединения, а боль все еще преследует тебя.
Только так можно было бороться с твоим проклятием. Джош. Тьма уже разъедает тебя изнутри. Это все ложь! Нет, Сенуа. Тьма существует. Веришь ты или нет? И она будет наблюдать, как ты испускаешь ту. Ты не убьешь меня! Ну понятно. Давай. Да мне кажется, их нереально победить. Давай. Иди сюда, говно. Осторожно, Сенуа. А, все, у меня зеркало мое опустело. Давай. Гаси. Давай. Рубим, рубим. Хорошо. Пройди, пожалуйста, в сторону. Назад, назад, назад. Давай. Отдыхай, хорошо. Сейчас у нас еще появится кое-что вкусного в зеркале. Все, у нас есть кругляш, поэтому тормозим и гасим. Израсходовали? Да, израсходовали. Ты вечно лжешь! Ты убийца! Если ты и вправду Хела, то у меня для тебя есть меч, разящий богов! Ну, мы сейчас Хелу и... Пойдемте. Давай, Сенуа. Взгляни на себя. Батя, я тебя грохну сейчас. Назад, увязая в свою жалкую. Шизоид. Поиски Тиллиона. Твоя ошибка. Та же ошибка, что и привела к его смерти. Сейчас опять пацаны припрутся. Короче, я парир. Я пытаюсь спасти тебя от себя самой. Еще думаешь, это ложь? Черная чума, растерзанный северянами Тиллион. Ты все видела. Удачное парирование убийства. У нас один кругляш зеркала появляется. И можно тормозить врагов, они уязвимее становятся. Я тебе поверила! В конце разобрался, да. Тогда где душа Тиллиона, если тьма — это ложь? Что спасать? Он здесь. Я знаю, он здесь. Так, где пацаки? Я знаю, ты здесь. Держись. Я найду тебя. Вставай, Сенуа, вставай.
Давай, вот. Гасим, гасим, гасим. Вставай. Отдыхай. Давай, 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 пожалуйста, быстрее. Стоп. Не-н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 е. Вот так. Я хотя бы заблокировал. Вставай. Вставай, вставай. Давай. А в чем проблема? Почему ты не рубишь его? Давай. Гаси. Это что за крендель? Ладно. Я надеюсь, твой тайминг я поймаю. Нет, не поймал. Не поймал, согласен. Со своим грёбаным замахом. Ну-ка. Вот так. Гаси, да гаси. Зеркало нам поможет, давай. Делиан, где он? Ты опять пытаешься меня обмануть? Давай, 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 давай. Я знаю, он здесь. Ты забрала его у меня. Он у тебя. Делиана больше нет. Делиан мертв. Отпусти его. Предупреждаю. Или что? Что еще ты можешь сделать со мной? Ты привел... Дай мне бой! Слушай! Ты приняла помог ради поисков Гелиона, ради любви. Смотри, куда это тебя привело. Куда меня это привело? Откажись от борьбы. Откажись. Нет. От искупления. Вот так. Откажись от Гелиона. Ты окружена, Сено. Не дай своей тени хрипеть кому-то еще. Вот это вот говно нам надо ушатать. Да гаси, гаси, гаси. Давай. Видали, какой у него замах тяжелый? Мы все на... Так, у нас на зеркале пока ничего нет. Нету. Берегись. Пройди, пожалуйста. В сторону. В сторону, пожалуйста. Как же все это тяжко идет, а? Давай. Хорошо, гаси. Вот так. Давай, 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 давай. Выводим из строя. Да гаси! Ой, их что? Тьма, легион? Ну быстрее. Я вообще-то пытался это уворачиваться. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько их. Ой, какая прелесть. Давай. Давай, гаси. Кто где? Еще? Берегись. Что-то мне кажется... Они бесконечные, что ли? Да это...
Пройди, пожалуйста. Парировал, нормально. Да гаси, вставай. Я ничего не могу сделать. Гаси, да, да что ты дел? Давай. Осторожно. Гаси. Какой кошмар, а? Нет, и все-таки их вообще можно победить. Вставай. Отлично. А что такое? Почему? Откажись. Ну же, Сена. Привет, уворачивайся. Давай. Оно. Отдыхай. Пройди, пожалуйста, назад. Мне кажется, она без конца будет. Они без конца будут появляться. А чё у меня зеркало больше? Давай. Зеркало больше не работает? Но я не вижу, откуда он появляется, поэтому ничего с этим я не могу сделать. Не знаю, почему она не парирует. О, парирую, давай. О! Пройди, пожалуйста. Не, раньше, я рано нажал. Рано, да. Кто, что происходит? Как его тайминг поймать, да? Не получается у меня. Вставай! Вставай! Я не знаю, почему она не отходит. А сколько с ними драться надо? Ну да, у нее нереально. Ну да, наверное, надо было просто перестать с ними драться и все. Ну ладно, что. Это башка Диллиона.
чистая ложь. И если нет тьмы, то ты не отнимал его у меня. И мне не спасти Диллиона. Проникла в меня, чтобы смущать и путать меня. Но я знаю, что он здесь. Знаю, что он у тебя. Отдам тебе жизнь. Ты ведь этого хочешь. Мою душу. Возьми! Я буду твоей рабой. Сражусь за тебя, Рагнарёк. Если отпустишь его. Это она сама. У каждого свой Я научился, хоть и с трудом, не бояться смерти, Сенуа. Ведь жизнь без утрат — это жизнь без любви. Если отвернуться от смерти, то увидишь только ее тень.
Чем больше от нее прячешься, тем сильнее она растет. Пока не остается одна тьма. Когда придет наш черед, мы должны взглянуть смерти в лицо. Встретить ее как друга. Лишь тогда мы освободимся от страха. И избавимся от тьмы. Вставай, давай. Ты встретилась с собой, со своими страхами, сомнениями. Это другая она. Как ты смотрела на мир ребенком, Сенуа. Каждый осенний лист — произведение искусства. Каждое плывущее облако, будто живое. Каждый день — новая история. Мы тоже происходим из этого волшебства, как волна исходит из океана, а потом возвращается. Но она отпустила, короче, его. Вот и все. Ее второе я отпустила Дилана. Дилиона. Не печалься о волнах, о листьях и облаках. Даже во тьме красота и чудо мира никогда не покидают нас. Они всегда рядом, ждут, когда их увидят вновь. Тьма. Тьма. Это гниль. Все. Здесь когда-то началась моя история. Здесь она и подходит к концу. Все дальнейшее мне неведомо. Пойдем с нами. Это не у меня звук история. Выключился в наушниках. Мой друг. Интересно, конечно. Здесь очень хорошая песня, пусть она поиграет чуть-чуть, но в любом случае YouTube, я думаю, наложит ограничения по авторским правам. А зачем это перевели? Теперь это и наша история, это да. Я не знаю, как это оценивать. Пусть песня поиграет. Человек, и пусть иногда хочешь стать кем-то другим. Чувство внутри, твое место не здесь. Это чувство не радость, это чувство не печаль. Я
правда понимаю. Пожалуйста, не плачь. Не уходи, останься, прошу. Тебя заклинаю. А что такое? И как? Не отступай. Не перематывается. Ну-ка. Всего лишь быть собой. А кто это очень странно, ну ладно, ждем окончания. Нелегко. Кто понял, те не молчат, и небо с ними заодно. Не в это верю я, впрочем, это и не важно. И часть твоей души снова миром сплетена. Может быть со старым не понять до конца, но все, что знаю я, мир для нас двоих различен, как и мы для него. Да и ты это видишь. Не уходи, останься, прошу. Тебя заклинаю, не отступай. Вся эта боль не станет злобой внутри. Весь мир вокруг иллюзия, попытка изменить тебя. Не уходи, останься, прошу. Тебя заклинаю, не отступай. И пусть вся эта боль не сломит что-то внутри. Весь мир вокруг иллюзия, лишь попытка изменить тебя. Вся эта боль не сломит что-то внутри. Весь мир вокруг иллюзия, лишь попытка изменить тебя. Ну и чего? Я хочу убрать титры, игра. Ты чё бесишь меня? Игра! Моё-моё. Чё за фигня? Не дает убрать. Ну, так. Мы, видимо, должны знать своих героев. Специальное спасибо ту ниндзяс. Ну-ка, Элисон Шоу, Анант Хотвани, Эндрю Видлер, Эндюк Ноулс, Баун Гокву. Ну что это такое? Титры даже не дает промотать. Так нельзя. Ужас. Короче, я чего хочу сказать? Хочу сказать, что мне сложно эту игру оценивать. Я не знаю, на что они там замахивались, что они там хотели показать. Но в итоге получилась такая бродилочка на 3 квадратных метрах с, ну, такими довольно интересными, своеобразными, скажем так, боями, которые, наверное, на максимальном уровне сложности поджигают пуканы не кисло. Сюжет очень своеобразно как-то подан, какими-то намеками, полунамеками. Я не поклонник такого, я за простоту, я уже много раз это говорил. Но продукт хороший, достойный. Продукт достойный, кто не играл, поиграйте, попробуйте.
Вот. Может быть, вам понравилось. Понравится. Озвучка здесь, как я и сказал, использовалась от Game Voice. Они ее наконец эту игру озвучили, поэтому на их сайте вы всегда можете скачать русификатор звука. На этом, я думаю, что можно закончить серию. Спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрели. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен, на Рутуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.